как стать донором крови и ее компонентов. Все доноры учреждений службы крови добровольно и безвозмездно помогают медицинским организациям обеспечивать необходимые запасы крови и ее компонентов. Если вы решили посетить учреждение службы крови с благородной миссией, то прежде всего нужно определить, позволяет ли ваше здоровье и образ жизни быть донором. Во-первых, донором может стать не только гражданин Российской Федерации, но и человек, являющийся гражданином другой страны и проживающий на территории России на законных основаниях не менее 1 года. Во-вторых, донором можно стать с 18 лет при весе больше 50 килограмм. При этом есть ряд противопоказаний к донорству. Абсолютных, то есть не зависящих от давности заболевания и результатов лечения. И временных, действующих лишь определенный срок. Весь перечень противопоказаний можно найти на главном портале службы крови ядонор.ру. Итак, вы подходите по всем параметрам. Что дальше? Найдите учреждение службы крови в вашем городе. Посмотрите, в какие часы осуществляется прием доноров. При необходимости запишитесь на донацию заранее. Всем донорам необходимо соблюдать рекомендации по подготовке к процедуре донации. Быть донором значит следить за своим здоровьем. За 3 дня до донации откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств. Эти вещества ухудшают свертываемость крови. Если применение каких-либо лекарственных препаратов имеет место, то до сдачи крови вам следует получить консультацию у специалистов учреждения службы крови, которую вы планируете посетить. За 48 часов до донации нельзя употреблять алкоголь. За день до предполагаемой донации специалисты настоятельно рекомендуют не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, в том числе растительное, шоколад, орехи и финики, сладкие газированные напитки, в том числе энергетики. Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак. Сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, томатов, бананов и цитрусовых. Запомните, что сдавать кровь натощак нельзя. Курение не является противопоказанием к донорству, но врачи не рекомендуют курить за час до и после процедуры. Воздействие попавшего в кровь никотина может очень плохо отразиться на самочувствии донора. Обязательно возьмите с собой паспорт. Помните о том, что главное правило донорства — регулярность.